Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджанна Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванча калпатару вашаки пасинду бевачу. Патитананг пабуне бхавишна бибхьо намо намаха. Мукам кароти бачаланг пангунланг хайтигирим. Джатки патаманг банди парамананда мадвам. Бриндавай тулсидеббай пиявай кешва сача. Шна бхакти паде деви саттва баттвай намо намаха. Нараяна намаскритта наран чайва нараттама. Девин сарасватин вясам тато жайо мудир. Санкиртане кришна катху падеш. Гаурия патрашва пракасане ча. Садану ракта гуру бхакти юкто. Бхакти прамадакша жагодбарун. Дхиям сада парибабагна бхавишта духам. Титхас падам сива виринчинутам сараньям. Битаттихам панутапал бхавадипутам. Банде махапурусате чарунарвиндам. Ятпада паллаванака чандамани чатая. Биспуриджито кимапигапабадху свадарши. Пурнану рагараса сагара сарамурти. Сарадикамай кадакипам кароса. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддайта гададхара сивасадихи гаура бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Сиаддайта гададхара сивасадихи гаура бхактавинда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджан ламбито бхужау канука бодату, сангитаной кавитару камала йотакшо. Вишамбару дижавару джугадхар мапалу банде джагат приякару каруна бхутару. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Муктин Ча Даданитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманонго Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасва Бадане Лакшмир Ясача Бхакшаси Ясьясте Дей Самби Твам Нишингамахам Бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари.
Bhairagya vidya nija bhakti yoga Shikshartam ekam purusho purano Sri Krishna Chaitanya sarira dhari Kipam budhir yastamaham prapade Bhairagya vidya nija bhakti yoga Shikshartam ekam purusho purano Sri Krishna Chaitanya sarira dhari Kipam budhir yastamaham prapade Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Харикатхана подобно лекарству, которое сохраняет жизнь. Жизнь имеется в виду душу, не тело, а именно душу. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что Харикатхана подобно лекарству, которое может исцелить ваши все материальные болезни. Шишила Прабхупад сказал, что наше сердце оно покрыто разными покрытиями материальными, какой-то пылью буквально. Этим землей, глиной, всяким железом, с камнем, разными этими элементами. И в итоге это наше покрыто ваджрой. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, Харикатха, она подобна лекарству, которое спасает нашу душу. И чтобы исцелить нашу материальную болезнь, нет другого пути. Если мы хотим идти на компромисс с нашими болезнями и с доктором, то в этом большая проблема. Никогда наша болезнь не будет исцелена. Это не чья-то ошибка с незапамятных времен. Дживы, они скитаются по этим 14 мирам, и в процессе они соприкасаются с материальными вещами и развивают такие разные материальные болезни. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны с помощью говорить Харикатху, которая подобна динамиду, чтобы убрать все эти покрытия души. Вишна Чакраварти описывает, что покрытие пылью, потом глиной, потом каменное покрытие, потом железное, потом ваджра. И Шрила Прабхупад говорит, что мы должны буквально с помощью динамита Харикатхи разрушить все эти покрытия души, и тогда подлинная сварупа, подлинная форма дживы, она проявится. А если мы будем идти на компромисс со всем, то тогда доктор, имеется в виду гуру, который исполняет роль целителя, он не сможет помочь нам. Я говорил ранее, что доктор может прийти, или наш мастер, наш господин, в смысле этот гуру, он может дать нам какое-то наставление, мы должны полностью следовать ему. Какой-то глупый человек, он ночью позвал доктора к отцу, отец был болен, доктор пришел, и после этого он посмотрел, что было, и предписал какие-то лекарства, и сказал, вот давай покупай это лекарство, и твой отец выздоровеет. Но этот ее сын, который вызвал доктора, сказал, что раньше другой был доктор, приписал другое лекарство, давай лучше продолжать лечить этим лекарством. А доктор разозлился, спросил, кто из нас доктор, я или ты? Но вы доктор, а если я доктор, то меня слушай, как я же деньги плачу.
А доктор тоже возмутился, что несмотря на то, что ты не платишь деньги, все равно буду делать то, что я считаю нужным. И также гуру, доктор, учитель, если мы платим деньги, это не значит, что они будут идти у нас на поводу. Они лучше нас знают, что нужно делать, чтобы исцелиться от той или иной болезни. И таким образом мы должны полностью следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. Иногда мы видим, что учение Шри Чайтаньи Махапрабху очень сложное. Иногда мы видим, что очень сладко. Но харикатха — это харикатха. Нет. И та шлока, с которой я начал, она написана Сарвабхаума Бхаттачарьи. Я уже сказал, в начале всего, когда Махапрабху достиг Джаганатха Мандира, что случилось, и как Махапрабху его перенесли в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи. Сарвабхаума Бхаттачарьи, он действительно очень удачлив, хотя внешне он являет Лилу Майавады, но все же он встретился с Махапрабху. И тогда они обсуждали все эти вещи, но Сарвабхаума Бхаттачарьи не мог оставить свою сиддханту, поскольку о Сарвабхауме Бхаттачарьи говорится саньяси упакарта. И вот в Чайтанья Чайтамрите говорится, что он мог даже добавить наставление саньяси, насколько он был могуществен, хотя был домохозяином, но мог давать наставление саньяси. И такой могущественной личностью он был, хотя был майавади. Но его у него был родственник Гопинатхачарья, муж его сестры, и у него говорилось, что Гопинатхачарья, что всю сиддханту, которую он слышал из уст Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот это долгая история, имеется в виду сиддханта. И вот Гопинатхачарья, он родился, как Баладе Видьябхушан, в шастрах говорится об этом. И вот Баладе Видьябхушан, я имею в виду Гопинатхачарья, он явился в форме Баладе Видьябхушана, и говорится, что Гопинатхачарья, он так много сиддханты слышал с лотосных уст Махапрабху относительно Веданты. И по милости Махапрабху он явился как Баладев Видьябхушан и при составе Говинда Бхашья. Сарвабхаума Бхаттачарья не был готов признать, что Махапрабху он Верховный Господь. Махапрабху он был уже в Пурушоттам Даме, в доме Сарвабхаума Бхаттачарья, и тем временем Сарвабхаума Бхаттачарья, он хотел что-то сказать о том саньясе, что ты настолько прекрасно выглядишь. И я думаю, что тебе следует, услышать Веданту от меня. И вот говорится, и вот Сарвабхаума Бхаттачарья хотел помочь Махапрабху войти на путь Адвайты. И вот он предложил ему слушать Веданту от него, и Махапрабху, он явил такую лилу. Я могу прийти к этому, смотрите всю лилу Махапрабху, вы можете найти, как Навадвип лила, Вишнуприя лила, это Лакшми Нараян лила. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что это лила Лакшми Нараяна и Навадвипа лила, Гор Вишнуприя лила, это она подобная лиле Лакшми Нараяна.
И после этого Гададхар Пандит правился, мы знаем, Гаур Гададхара Виграха. Это путь Рагамарга. Так много шакти. Гададхар Дас в Варьядахе. Это рядом с Калькуттой. И таким образом Махапрабху, он принял Бхаву Радхарани и цвет ее тела. И таким образом Махапрабху иногда действовал как преданный. Все, что он делал, это выглядело как преданный. Он явил себя как преданный, иногда он являл себя как Верховный Господь, иногда он являл Рада Бхаву, иногда Махапрабху проявлял Манджари Бхаву, различные вещи. В итоге, когда мы придем к заключению, я покажу вам. И вот когда Махапрабху проявил Манджари Бхаву, этот Манджари Бхава, она показана Махапрабху. Она была там, Махапрабху, он явил ее. И Рада Бхава, иногда Рада Бхава он являл. Это, Рада Бхава, она была внутри. Но иногда он являл ту или иную Бхаву. Это в читании Читамрити описывается. Вот та шлока, с которой начал. Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья, про кого Махапрабху говорит, что ты, что он был подобен Брихаспати, никто не может сравниться с тобой. Ты подобен Девагуру Брихаспати, твоя пандити, она очень велика. И вот, ну все же, Махапрабху, он сказал, когда Сарвабхаума Бхаттачарья посоветовал, что я хочу изучать Веданту, Махапрабху сказал, что я молодой саньяси, и это ваша беспричинная милость, вы можете позаботиться обо мне, научить Веданте. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья начал говорить, объяснять Веданта Сутру перед Махапрабху, это первая лила. И вот Махапрабху начал слушать Веданта Сутру с уст Сарвабхаума Бхаттачарья. И различные виды Веданта Сутры. Он объяснял Сарвабхаума Бхаттачарья и Апанипадо итади эксетра слокам ахам брахмасми джива брахма ива напараха different kind of слока. И вот различные шлоки Сарвабхаума Бхаттачарья он объяснял. И в итоге Махапрабху он сделал заключение. Извините, если вы не обидитесь. На самом деле, не могу понять ваших объяснений. Сарвабхаума Бхаттачарья спросил, почему я тут так долго говорю, почему не понимаете. Мог бы сразу сказать, что не понимаете, я тут неделю объясняю, вы ты ничего не говорил, я думал, что ты все понимаешь, но оказывается, ты ничего не понимаешь, ты чего точно не понимаешь. И Махапрабху сказал, что не понимаю ваших объяснений, но те шлоки из шлоки, которые вы цитируете, я их понимаю, но объяснения ваши нет. И вот когда вы произносите эти шлоки, джанмадасе йото, и вот если вы слушать будете Гауди Бхашью, вы удивитесь, вроде издалека выглядит как-то жестко, но если вы будете слушать под руководством чистых гуру вайшнавов, которые имеют расататву внутри их сердца, кто-то говорит, что Веданта лишена расы, или кто-то говорит, что математика
очень скучная тема, но для кого-то математика очень прекрасна. Это зависит от конкретного человека. И вот различные виды веданта сутра Сарвама Бхаттачарья обсуждал, но Махапрабху сказал: «Я не понимаю, что вы говорите». И в итоге, когда Сарвама Бхаттачарья говорит, если вы не понимаете, вы должны меня спросить, почему не спросили. Махапрабху ответил, что все шлоки, которые вы говорите, они ясны мне. Но когда вы объясняете, ничего не понимаю. И вот он, этот Сарвама Бхаттачарья, обиделся, такие обидчивые. Преданные не могут прогрессировать, к сожалению. Могу вам разговаривать, слишком обидчивые преданные, они не смогут достичь успеха, поскольку из-за своего ложного эго на все обижаются. Если Гуру Махарадж скажет нам, что у нас какие-то проблемы, мы должны понять это и узнать, какие конкретно проблемы. Пожалуйста, объясните, как исправить свои недостатки. И такова процедура. А если кто-то, если Гуру Падма или Шрила Прабхупад говорят, что у нас есть какие-то недостатки, то если мы гневаемся и обижаемся, то успеха в этом случае никогда не достигнем. Мы должны смиренно сказать, что за проблема у нас есть. И поэтому, независимо, мы отреченные домохозяева, это не проблема для всех и каждого. Иштагошти очень важная. Важное дело, если мы не совершаем иштагошти, мы не сможем. Иштагошти — это такое обсуждение среди преданных нашего прогресса в баджане, проблем и преимуществ. То есть, если какие-то проблемы, мы должны попросить помощи у старших преданных. Я знаю, какие-то преданные пытаются свои проблемы как-то скрыть в себе. Если мы, например, больны каким-то раком и не лечимся, а скрываем, то в итоге быстро помрем. И поэтому Гуру Вайшнавы, они настолько милостивы, они не говорят из-за, не имеют гнева. Они благодаря своей милости говорят нам, чтобы исправить нас. Что говорить о нас с вами? В то время как Кришнадас Кавираджа Госвами, кто Кастури Маджари? И вот Кришнадас Кавираджа Госвами, он говорит очень смиренно перед Шри Чайтанья Махапрабху. We can keep all this philosophy into books. И вот он sometime if we deserve to open, we can open. Otherwise, we can говорит, что кто-то всю философию хранит дома в книгах для просто для украшения, но не читают ни страницы из этих всех философских книг, которые у них есть. И сейчас, к сожалению, тоже так. Кто-то может красиво говорить, но связи с предыдущей гуруагой не могут иметь. То есть может так, к сожалению, наблюдать, что кто-то может много говорить, но не иметь связи с гуруагой. И вот если у нас нет связи с нашей гуруагой, то это не харикатха, может кто-то красиво говорить, но нельзя сказать, что это харикатха, и что и если вы будете слушать такие лекции, то ничего хорошего не произойдет, вы просто помрете. И поэтому вот в шастрах говорится, что пить молоко, к которому прикоснулась змея, это смертельно, поскольку внешне это выглядит как молоко, но оно отравлено змеиным ядом. You have external eyes, external brain, they have an internal, they can. So this way,
И вот таким образом слушать харикатху от невайшнавам, подобно питью молока, к которому прикоснулась змея. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами говорит так. Много случаев было в жизни Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, не один раз, а много. И вот в жизни Прабхупады, Бхактисиддханты Сарасвати, много раз Шрилы Прабхупад говорил с тяжелым сердцем. Никто не мог слушать такие великие слова. И вот Шрила Прабхупад ушел из этого мира, сказал, что никто не может принять мое учение. И Магуру Махарадж также, видя это, он ушел из этого мира. И вот люди в этом материальном мире, они... точнее, Гуру Вайшнавы, посланные Господом, они находятся в этом мире только ради того, чтобы спасти нас. У них самих нет ничего, что их держит в этом мире. И вот Шрила Прабхупад говорит, сейчас я подхожу к главной теме, и вот он говорит, что все мы в большей или меньшей степени осквернены Майавада вечером. И вот на бенгале и на санскрите «Нунадик». И вот говорится, что мы в той или иной степени осквернены майявадой, зависит от степени нашего неверия. Если мы на 10% не верим Гуру Вайшнавам, то это и есть осквернение майявадой, если мы не верим им на 100%. И вот согласно этому проценту, мы в 5 или 10 или на 2% мы осквернены майявадой. И вот майявада значит, что у нас нет 100% веры в Гуру Вайшнава. В этом главная проблема. Я, что такое майявада, я говорил уже об этом долго, но главное о майяваде то, что мы должны понять то, что Бхагаван Виграха не вечно. Там утверждение майявады, то, что саду не вечно. Майявады они говорят. Брахма безличен, нет у него тела. Невозможно, они говорят. И вот они говорят, Шанкарачарья говорит. То, что садак, когда он концентрируется на безличном Брахме, то есть это майявада утверждает, что поскольку люди не могут сконцентрироваться на безличном, поэтому представляют форму Кришны или Нараяну. И потом, когда сами станут Брахмой, отказываются. И вот эти майявади говорят, что польза Виграхи только до того уровня, чтобы достичь такого безличного состояния Брахмы. Но наши Гауди Вайшнавы говорят под руководством Махапрабху, они говорят совершенно не так. Наша Сиддханта в том, что Гуру Вайшнава не вечна, Бхагаван он вечен, и преданность бхакти. Она тоже вечна. И вот бхакти, бхакта и Бхагаван, все это на одном уровне должно быть. Если мы что-то говорим о какой-то сиддханте, то или все, то в той или иной степени мы так осквернены майявадой. И вот если кто-то дает советы Гурудеву, это тоже оскорбительно. Как я привожу примеры, я не говорю о каких-то историях, как Мадхавинда Пурипад плачет. И вот в этом случае Рамачандра Пури, он дал совет Гурудеву. Он сказал, что вы Брахма, но плачете, почему? Но Мадхавинда Пурипад, он стал очень разгневался. Сказал, уходи, я не хочу видеть твоего лица больше.
И до последних лет своей жизни я не хочу видеть твоего лица. И вот Ишапурипат, он был полон премы, как и Мадхавиндапури. И Рамачандрапури, хотя внешне мы знаем, что он ученик того или сего Махараджа, но кто ученик кого, кто может сказать? Многие утверждают, что не ученики того или иного гуру, но обычно говорят, чтобы просто получить почет, незаслуженный почет от других людей, но это не баджан. Чистые преданные, они хотят скрыть себя. И признак чистых преданных в том, что они хотят скрыть себя, они не хотят показывать себя перед какими-то людьми, перед какими-то преданными, не говорят харикатху. Но с моего личного опыта я знаю, Гуру Махарадж всю жизнь, он был великий проповедник в том смысле, что он был, он утвердился в воспевании святого имени. Он был великим проповедником в том, что он утвердился в преданности, он был вечным спутником Господа. И кто-то, если кто-то заявлял, что Шрила Пури Госвами Махарадж не проповедник, то поскольку ни в Америку не ездит, ни в Россию. Но что такое проповедь? Подлинная проповедь. Никто не знает, хотя носит тилаки мало, но мало кто знает, что такое проповедь. Шрила Прабхупада говорит, кто подлинный прачарак, проповедник Гауди Матха. Знаете ли вы, тот, кто полностью утвердился в Гуранга Шикшива Вачаране, в идеализме, в этикете Гуранги Махапрабху и его учении, тот он и есть подлинный прачарак, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. Может быть, он не ездит по всему миру, но весь мир знает его. Ну, понимаете, Шрила Прабхупада уже никуда не ездил, но весь мир знает его. И вот я лично знаю о моем Гуру Махарадже. Какие-то ученики моего Гуру Махараджа, не хочу называть их, я не хочу критиковать что-то, хочу исправить ситуацию. Если я хочу критиковать кого-то, то я не могу говорить харикатху. Критицизм значит такое завистливое отношение, чтобы исправить ошибки вас. Это дживадоя, это сострадание к живым существам. И такое настроение, уникальное дживадуи, показанное Махапрабху. Если вы видите, кто-то завидует, то это кто-то завидует, вы завидуете или кто-то завидует вам, то это нехорошо. Как и где вы совершили ошибку, если у вас есть смирение, вы можете прийти ко мне и спросить, что за проблему я совершил, я могу помочь вам исправить, дать примеры, как прогрессировать дальше. Я покажу вам путь конкретно, где вы совершили ошибку, поэтому ваше сознание опустилось. Раньше ваше сознание было выше, но сейчас из-за какой-то ошибки вот, деградируете. Я, когда услышал, я чуть не расплакался, как тот человек, который действует как ачарья, он сказал, что кто знал Гуру Махараджа, что я единственный, кто распространил славу Гуру Махараджа. И когда услышал об этом, я понял, что он Майавади, а не ученик этого великого гуру. Кто-то написал, мне тоже пишет, что из-за вот конкретного человека, кто-то, все остальные, весь мир слушает харикатху, но это неправильно. И вот, такое отношение, это майявадское отношение, это оскорбительное по отношению Гуру Вайшнава. Шрила Прабхупада, он никогда не говорил, что благодаря ему весь мир знает Гуру Кешвадас Бабаджи Махараджа. Если кто-то заявляет, подумает, Шрила Прабхупада не мог говорить так, но, к сожалению, сейчас такое происходит. И где же обсуждать Гауди Даршан, где обсуждать это? Я даже не могу найти ни единого места.
где из всем сердца. А я могу открыть свое сердце, поскольку это зависит от вас, если вы дадите мне возможность. Возможность, значит, если вы слушаете харикатху с огромным неотрывным вниманием, я чувствую вдохновение. Как перед Санатаной Госвами Пады Махапрабху сказал Санатан Шик, говорил Санатан Шик, что вы знаете, я могу громко также говорил Шрила Прабхупад, говорил, что Санатана Шикша, если вы не будете изучать Санатана Шикшу должным образом, то вы не сможете начать свой баджан. Если вы не утвердились Санатана Шикша, то не сможете начать свой баджан. И вот можно найти, я думаю, вы слышали, но еще что-то новое скажу. Что когда? Атма рамасча мунайо ниргантхяпи уру крами курванди ахету кин бхакти миттам вату гунаха хари. И вот это шлока Санатана Госвами попросил Махапрабху. О, я слышал, что вы обсуждали 18 раз эту шлоку. 18 различными способами. Я хочу услышать об этом. Махапрабху ответил. Я сумасшедший, да и ты сумасшедший, мы оба сумасшедшие. И в тот раз то, что сказал, я не помню, забыл. Но хорошо, давай посмотрим. На бенгали говорится так. Когда Махапрабху, он... И вот Махапрабху сказал такие слова на бенгали, что благодаря общению с тобой, твоим качеством, Махапрабху ответил, что благодаря общению с тобой я вспомнил так много, что я объяснял. И также я, если это зависит от слушателей, если меня поместить перед какими-то майвади, то я ничего не могу сказать. Это зависит от интереса преданных, то, что я смогу рассказать. Харикатхана явится в зависимости от потребностей слушателей. И вот это зависит от нас. Как, насколько искренне мы примем и будем пытаться понять, и согласно этому я могу открыть, мое сердце откроется в соответствии с этим. И вот Махапрабху объяснил различными способами. И вот если кто-то говорит ради меня, так много, из-за меня много преданных слушает харикатху, то это майвада. Я могу сказать, что такие люди, они лишены преданности, которые гордятся тем, что они делают, иначе они не смогут сказать ничего подобного со смирением. Наш Кришнадас Кавирадж Госвами, кто наивысший вечный спутник Радхарани, вечный спутник Уранги, он выражает смирение. И вот, может, Кешава Госвами Махарадж говорит как-то жестко, но нельзя сказать, что Кешава Госвами Махарадж, он лишен тринадапи. Может, он говорит как-то жестко, но жесткая речь из-за того, что у него больше смирения. Когда Шрила Прабхупад, Шрила Прабхупад говорит, когда Вайдамдас Такур, он делает какую-то жесткую, говорит что-то жестко, как, например, то, если, несмотря на все мои аргументы, вы не принимаете величие Нитянанды, то я готов ударить такого человека. А говорит он это только из-за смирения. А Кришнадас Кавирадж Госвами говорит наоборот. То, что он хуже, чем Джагай Матхая, хуже червей в испражнениях. Тех, кто... И может ли такое смирение явиться в нашем сердце? Многие даже во сне не могут понять. И
И смотрите, Шрила Прабхупад говорит, что внутри сердца Гуру Кишвардас Бабаджи Махараджа явилась полная вайрагья Рагхунатха Даса Госвами. То есть нельзя говорить, что никто не может иметь такой вайрагьи, поскольку, и смотрите, учения и качества Гурудева, они проявляются полностью, в полной степени в их подлинных учениках. А если мы не можем признать этого, то получается, что мы майавади, поскольку не имеем стопроцентной веры в Джаганатха, который может, из Джаганатха, если захочет, он может явить перед нами подлинного преданного, чтобы он показал нам путь. Джаганатха не настолько беспомощен, чтобы послать саду в этот мир, чтобы он являлся ярчайшим примером перед нами. Нельзя сказать, что саду нет. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад говорит, что подлинные саду они всегда есть, но из-за нашей слепоты мы их не видим. Если мы говорим, что ни одного саду не осталось в этом мире, то это неправильно. И вот мы не должны делать это, говорить по какой-то майаваде и делать вещи майавадские. И вот что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур дал нам все. И Шрила Прабхупад сказал, что преемственность Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не прервется. Может, учение Бхактивинода Тхакура будет скрыто, как Фалгуноди, подземная река, но все же оно никогда не прервется. They are less interested. Who is hearing? Who is not hearing? That's they know. It is not their interest. This way, actually, we already speak that Vrindavan Das Thakur Mahasaya, when speaking Purish, I can kick on the head of those people, those who are not going to, you know, believe. И вот Вриндаван Дас Тхакур, когда он говорит так, то, что он готов ударить тех людей, которые не принимают славу Нитянады и Гауранги, то или слова Кришнадаса Врасгасвами, который говорит, что он хуже червя в испражнениях, то смотрите, смирение обоих, оба этих преданных, они смиренны, но даже Вриндаван Дас Тхакур более смирен. Хотя внешне выглядит наоборот. Может, мы И вот есть еще другая шлока. И вот Прахлад Махарадж говорит, если мы не прикоснемся к лотосным стопам Гуру Вайшнавов и не примем их на свою голову, то до тех пор мы не сможем обрести Шуда Бхакти. Если мы не обретем пыль с лотосных стоп Парамахамса Гуру Вайшнавов, до тех пор мы не сможем обрести Бхакти. И что же делать? И таким образом, Шрила Прабхупад говорит, со смирением Вриндаван Дас Тхакура может быть больше, чем смирение Кришнадаса Кавираджа Госвами, но мы неправильно понимаем,
Мы говорим, что Вриндавана Стакур хочет, если хочет ударить кого-то, то значит нет у него смирения, а Кришнадас Кавираджа Госвами более смиренен. И также у Кришнадаса Кавираджа Госвами какие-то люди говорят, если кто-то говорит о себе, что он хуже червя в испражнениях, то что толку читать их работы? So who is going to hear attend such a man who is going to identify himself as the insect of a stool? Well, we have no time, is a useless man. Prabhupada speaking. Who is going to identify himself as the insect of a stool? Why should we go there to attain him? He is useless person. Prabhupada said, no. The more Но Шрила Прабхупад говорит, что чем больше смирение является, то есть чем более велик преданный, тем больше смирения он чувствует. Но обычные люди не могут понять этого, не могут понять все седанты. И вот, возвращаясь к теме Махапрабху и Сарвабхаумапатачарьи, Сарвабхаумапатачарьи обиделся на то, что Махапрабху понимает шлоки, но не понимает его объяснений. Is very clear to me, but your explanation is like И вот Махапрабху сказал, что эти шлоки подобны сеющему солнцу, а твои объяснения подобны тучам, которые заслоняют солнце. И вот Махапрабху перевел книгу про вот этот Нилачали Махапрабху Веданта Вакья. Вот как раз на эту тему. Вот Махапрабху продолжает, ты объясняешь Веданту так, что твои объяснения подобны облакам, которые скрывают солнце, сияющее солнце. То есть этот Сарвабхаумапатачарья пытался доказать, что Бхагавана нет, или он в форме безличного Брахма. Но Махапрабху сказал, откуда эта идея, что Бхагавана нет? Смотри, даже вот в этой шлоке говорится, что... то есть он сказал, как, откуда вот в этой шлоке говорится, что Бхагавана нет ни рук, ни ног? А Махапрабху сказал, зато в следующей шлоке говорится, что несмотря на отсутствие рук и ног, он и видит, и слышит, и говорит, и бегает, и все остальное делает. Or Allapul, you know, presentation, anything, patram, pushpam, phalam, toyam, jome bhaktya prajachati. Bhakta mane bhakti dvara, third case ending. Bhakti dvara, keu jodi amake kichu dey, then I can accept everything. Or without devotion, if you give very nice thing, Bhagavan cannot take. So, Vishwanath Chakravarti are explaining, patram, pushpam, phalam, toyam, jome bhaktya prajachati. Out of devotional mood, pure devotional mood, somebody like to give something to me, I immediately accept it. Tadaham asnami prayatatmanaha. Asnami mean khava. In Sanskrit, asnami mean eating. And now question is that, how is that possible, Maharaj? But, fruits and flower. Как это возможно, что Господь принимает вот фрукты, это понятно, но вот цветы, как Он принимает, и вот в этой шлоке патрам фалам пушпам таям. И вот здесь Вишванатха Чакравати объясняет, что здесь вся сиддханта, она совершенно... Здесь объясняется такое настроение Бхагавана, когда кто-то
предлагают цветы или плоды с огромной любовью Господу, как вот жена Видура, она предлагала Господу кожуру бананов, а бананы выкидывала. И когда ее муж пришел, начал возмущаться, то Господь сказал, что я принимаю не бананы, не кожуру, а любовь, с которой мне это все предлагают. То есть Господь принимает все, что мы предлагаем его с Ему с любовью. Then Mahaprabhu going to give example, so many example, that actually Bhagavan has aprakito hand and leg. Вот Господь Махапрабху, он приводит дальнейшие аргументы и говорит, что у Бхагавана у него есть руки и ноги. Но они не такие, как у нас. Даже не только это, но и наша чидатма, душа. Как в нас пребывает душа, которая чувствует все движения тела. А какова причина? Поскольку прана, которая дживатма, она есть в нашем теле, поэтому она чувствует все, что происходит в нашем теле. И вот Махарадж ранее говорил о том, и вот Махарадж говорил о дживататве в последние несколько месяцев, о джива сварупе. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он в читании в Джавадхарме и везде он, и Шикшаштакавьякья, он описывает очень, и вот Шикшаштакавьякья, там все объяснение Шикшаштаки, с Читударпанамарджаном до конца, с Шрилой Сачитананда Бхактивинода Тхакуром, и вот там Бхактивинода Тхакура пишет, подобно тому, как ваше тело имеет уши, нос, руки, ноги. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, также ваша чидатма, душа, она также имеет такие органы чувств. Но в Веданте также говорится, гунат алагбат. Not light particle. If you say light particle, но нельзя сказать, что это частички света, это как частички души, а дживатма не как частички, точнее не частички света, а как подобные им, но не частички света. И вот также. I can prove that all jivatma, they are sound vibration. I can prove someday. Также я могу доказать, что все души дживатма, они подобны звуку. И в шастах Веданте это описывается, что оно, читание дживы, чит, они подобны частичкам звука. Гунат алаквад, и в различных местах также говорится, что души не подобны частичкам света. И Шрила Прабхупад говорит, что мы гауди, и наша обязанность в том, чтобы всегда воспевать славу Бхагавана. И вот чидатма, и Шрила Прабхупад, он говорит, что наша обязанность всегда воспевать славу Бхагавана, находясь под прибежищем лотосных стоп Гуру Падпадмы, и день и ночь мы должны совершать Харикиртан. Харикиртан — это жизнь преданных Гауди. Те, кто подлинные преданные Гауди Мадха, это не политика. Я говорю с
сердцем те подлинные преданные Гауди Матха, такие как Чилакеша Госвами Махарадж, Чайдадав Госвами Махарадж в возрасте 80 лет. Чилакеша Махарадж всегда говорил Харикатху. И сейчас Ачарья находится как закрытый на ключ. Я знаю, и ученики их руководят ими, что достаточно долго там с 4 до 4.30 и прочее. Ну, так иногда случается, что саваки закрывают ачарью на ключ в комнате и никого не пускают. И вот смотрите, иногда такое, так называемое бхакти бывает. How they can go away? This is the mood. So this way, actually, вот таким образом, I can prove я могу доказать, что дживатма, татастра шакти, они, эти души, они подобны частичкам звука, и вот все дживатмы, все, они должны, если их вечная сварупа проявлена, когда вы можете открыть вашу сварупу, и тогда вы найдете, что и вот Шрила Прабхупад, когда он был уже в Антилиле, то он жаловался доктору, что вот доктора эти запрещают ему говорить Харикатху, но Прабхупад хотел говорить Харикатху и говорил, что если вы остановите меня от говорения Харикатхи, то я чувствую себя более больным. Я чувствую себя хуже. И вот также во время Махапрабху Гамбхира — это такое сокровенное место, где можно найти Вриндаван во всей его полноте. Если вы не можете найти Вриндаван внутри Гамбхира, вы глупец, они Гауди преданы. Даже inside Gambhira Mandir, you will have to discover the whole Vrindavan Lila. If you cannot do, you are not at all a Gaudiya devotee. I cannot contest. Here's the secrecy there. That's why I told her. Если вы не можете видеть Вриндаван в Гамбхире, то нельзя сказать, что вы Гауди. И вот Бхактина Такур говорил, что Нилачал Лила в Нилачал Даме, Нилачал Дама — это наивысшее проявление Випраламба Бхава, Випраламба Кшетра. Полное проявление Випраламба Бхава — это не Вриндаван, а Нилачал. А почему это больше, чем Вриндаван? Я постепенно объясню это. И вот мы пришли к тому, что чистые преданные, они, если найдем, что они внутри комнаты повторяют Харинам, но видите, что, как мы видели в жизни Гопадпадмы, в таком, даже в состоянии комы, он всегда совершал киртан и повторял Харинам. И Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, что все время мы дживатмы, это наша обязанность играть на мриданге, совершать харикатху и киртан под руководством Гурупад Падмы все время. То есть мы подобны частичкам звука и должны вибрировать в такт, в такт Кришны и Радхарани. И также вот Махапрабху говорит о Сарабхаума Бхагаван, как я и вы. У Бхагавана нет материальных рук и ног, как у нас. Но они есть у него, несомненно, у Бхагавана. Они трансцендентные. И вот трансцендентные руки и ноги. И нигде не говорится, что трансцендентные рук и ног у Бхагавана нет.
Почему? И вот Махапрабху приводит пример, что Бхагаван может делать все с любыми органами чувств, как руками он может есть, и глазами может есть. И основной случай это с Бхагаваном Парабрахмы. И вот в Брахма-самхите говорится, то, что индрияни яссо сакалендрия виттиманти пашанти панти калаянти чирам джаганти. И вот в Брахма-самхите говорится такие слова. И вот в Брахма-самхите там говорится то, что индрияни — это бахувачан, это множественное число. Но на санскрите есть единственное множественное число и почти единственное двойственное и множественное число. Он более аккуратный язык, поэтому там больше всяких вещей. И вот. Джаганнатхасьо. Индрияни яссо сакалендрия виттиманти. Сакал индрия виттиманти мин. И вот здесь говорится, что каждый из органов чувств Господа имеет возможность совершать работу других, как руками Господь может видеть, есть и делать все остальное. То есть эти органы чувств, они универсальны и могут замещать друг друга. Пашанти панти каланти чирам джаганти. You can see, you can do anything on in Brahma Sutra, Brahma Stuti, you know, Brahma Stuti, there always written. Also, there is one Stuti actually through which we are usually doing Abhishek. Om Sahasra Sarsha Sahasra Bhadish. И вот, вот в этой мантре, которая во время Абхишеки произносится, там говорится. И вот здесь сахасра, сахасра значит тысяча. Но не совсем так. Комментаторы говорят, то здесь сахасра не значит тысячи, значит бесчисленные. То, что Господа бесчисленные руки, ноги, другие органы чувств, если у вас тысяча голов, то значит рук должно быть 2000 ног тоже, но это не совсем так. Господа бесчисленные глаза, уши, головы и все остальное, и все остальные органы чувств, они бесчисленные. Господь, Он везде сущий. Он везде, даже в каждой пылинке. И Ягьявалка, он приводит пример, принесите стакан воды. Вот Ягьявалка попросил еще рамрас принести, соль принести. И потом попросил эту соль смешать с водой, соль добавить в воду, перемешать. И соль растворилась в воде, и после этого Ягьявалка спросил, где же соль, куда она делась. И растворилась в воде. Я хочу увидеть ее, как увидеть, она растворилась в воде. Мы из химии знаем, что эти молекулярные эти, в общем, перемешивается все, и ничего не видно. И чтобы увидеть соль, надо выкипятить воду, когда вода выпарится, то останется осадок, останется осадок, и можно увидеть соль.
Яггавалка Риши, он дал пример своему сыну, то, что Брахма, он присутствует везде, где его только нет, даже в каждой пылинке он везде сущ. И вот Сарвам Бхаттачарья, он в итоге был вынужден признать эту Сиддханту Махапрабху так много. Сиддханты дал. И вот когда Махапрабху обсуждал с ним, Сарвам Бхаттачарья приводил аргументы, то, что Брахма Сатья Джагат Митхья, Брахма Сатья, Брахма единственная истина, а материальный мир ложен. Махапрабху спросил, почему, есть, чтобы не было дуальной концепции, это Адвайгьян Таттва. Адвайгьян Таттва, dual conception cannot stand, not possible. Mahaprabhu, with Mahaprabhu he start argument. Mahaprabhu say, how? Why you are speaking this way? Well, why not? Брахма is Брахма. And all jivas, everything, Брахма is one kind of deformation of Брахма, Vikar Prapto and this egg jib bath. Egg jib bath? One jib. They say only Брахма is there, all jivas there actually, like you know, different water pots. If I put thousands of water pot in one place, and I can show you Each water pot having the reflection of the sun. Sun is there in the sky. И вот здесь пример приводится, что если поставить тысячу горшков, то в каждом горшке будет отражение солнца. И вот эти майвади такой пример приводят. Но ложа Махапрабху спрашивает, почему вы так говорите, что Брахма Сатья Джагат Митхья. Махапрабху говорит, нет, это не так. Брахма, он... Если Брахма не подвергается изменениям, вот Махапрабху говорит, Брахме не нужно изменяться как-то. Брахма — это Брахма. Брахма — он всемогущ, но они не признают его силы. Они думают, что если мы Шактитатву примем отдельно, то не сможем дуализм поддерживать, и поэтому они не принимают этого. Но Махапрабху спрашивает, почему нет в этом материальном мире. Я могу привести пример философского камня, и как Санатан Госвами, он получил этот философский камень. И мы слышали об этом в детстве тоже. Рабиндранат Тагор, он какой-то книге описывал это. И вот Махапрабху говорит, Сарвабхаума, ты не говоришь правильного. Смотри, в этом материальном мире мы можем найти какой-то философский камень, например, и благодаря его влиянию, смотри, он остается такой, как он есть, но прикасаясь к другим, преобразует элементы. И ученые сейчас тоже пришли к выводу, что такое может быть. Какие-то ученые 100 лет назад утверждали, что нет, но сейчас наука продвинулась, и теоретики пришли к выводу, что возможно, как, например, если молекулярная структура железа может быть изменена в золото, почему? То есть теоретически это возможно, может, под каким-то влиянием это происходит. И вот Сарвам Бхаттачарья начал спорить с Махапрабху. Махапрабху сказал, хорошо, в этом материальном мире, если мы знаем, что этот философский камень может быть, и прикасаясь к железу, может преобразовать его в золото, то почему какой-то материальный философский камень, он может... Иметь такую силу, почему вы не можете признать, что Бхагаван имеет такую же силу?
И почему Брахма также должен преобразовываться? Нет, Брахма, он всемогущ. И его. Finally, Mahaprabhu going to stop his argument, going to prove you stop. Jiva is never Brahma. И вот Махапрабху сказал, что Джива никогда не была Брахмой. Джива исходит из Татастра Шакти. Мы не можем сказать так. И вот эта шлока из Брахмастути, я уже обсуждал ее в теме Джива-таттвы, и там говорится, что дживы, они всегда находятся под контролем Бхагавана. Сейчас они под контролем Майя. Майя откуда? Бхагавана. И вот прямо или косвенно все контролируется Бхагаваном. В обусловленном состоянии все души находятся под влиянием трехгун материальной природы под контролем Майя. Майя, откуда она исходит? Майя исходит из Бхагавана, и все прямо или косвенно. Она все исходит из Бхагавана. И вот это неправильный сиддханта, то, что джива. Bapak, bapo bapak shamanda jibe jivas ishwar, you know. This way Mahaprabhu таким образом Махапрабху went on giving this kind of ultimately that shloka atmarasya munayo nirganta apyurukrame. This shloka coming discussion sarvamortajajo speaking. И вот Сарвамубадхачарья говорит, пожалуйста, давай сам комментируй эту шлоку. Махапрабху сказал, вначале всего я хочу от тебя услышать твой комментарий. Все, что вы знаете, пожалуйста, объясните, и я. Потом расскажу все, что я знаю. И вот Сарвамубадхачарья восьмью различными способами объяснил эту шлоку. Он был пандитом, восемь различных толкований дал. Махапрабху засмеялся, сказал: «Сарвабхаума, ты восемью способами объяснил эту шлоку, но из-за своей учености только ты объяснил, не с позиции с преданности». И вот Махапрабху начал объяснять эту шлоку от Атмарамасчаманая. Вот Махапрабху хотел утвердить бхакти в сердце Сарвабхаумы, но он был майявадой, и поэтому до тех пор, пока есть майявада в нашем сердце, бхакти не может там явиться. И в итоге Махапрабху что сделал? Махапрабху, когда они говорили Махапрабху, он явил ему шестирукую мурти, он явил свою шестирукую форму, и Махапрабху хотел показать, что смотри, я был Рамой, я был Кришной, я Гауранга, я тот Верховный Господь. И Махапрабху, когда он явил ему эту форму Сарвабхаумы, он упал без сознания, поскольку обусловленная душа, она не может видеть Бхагавана. У нее нет такой силы, такого могущества. Если Бхагаван является, это сияние Бхагавана, оно не, это обусловленная душа не может потерпеть сияние Бхагавана, она падает без сознания, как, например, если через провод пропустить слишком высокий ток, то провод сгорит. И также обусловленная душа, она не может потерпеть даршан Бхагавана, она просто теряет сознание, как сгорает слишком тонкий провод от избыточного тока. Where should be there?
И таким образом обусловленная душа никогда не может видеть Бхагавана, никогда не может прийти в контакт с Бхагаваном. Бхагаван, благодаря своей милости, она только когда Бхагаван прольет свою милость на эту дживу, и одна из шакти Бхагавана — это из Прити Сандарбхи. И вот Прити Сандарбхи такого размера, я ее объяснил кратко вот в маленькой книге Бхагават Сактака. Такую книгу Махарадж написал по этой Сандарбхи. И там различные мухти и прочее. Там, в общем, это Сандарбха объясняется кратким и понятным образом. И вот Сатпракашита Шакти, если Сатпракашита Шакти Махапрабху поможет нам, и в этом случае вы можете получить даршан Бхагавана, иначе Бхагаван даже придет к вам, вы не сможете увидеть его, пока вы не обретете милость этой его шакти. И таким образом сам Вамбатачари, он и вот потом Махапрабху, он его привел в сознание, и вот Сарвам Бхатачарья, он пришел в сознание, и когда он пришел в полное сознание, по милости Махапрабху, вся майявада, все осквернение майявады, оно ушло. Махапрабху вырвал с корнем эту майяваду. И вот тот начал говорить. И вот 100 шлок Сарвабхаума Бхаттачарья. Он написал 100 шлок, как ветер. Ветер не может так быстро дуть, и Сарвабхаума Бхаттачарья вознес 100 шлок во славу Махапрабху. Он смотрел на него и возносил такие шлоки, и Махапрабху благословил его. И вот море койле ставан, ихар потан патан, I forget. I already published maybe 14 years back or 12 years back. Sarvamara stotra full 100 slok. I already published. Махарадж опубликовал книгу, там все эти шлоки, которые возносил Махапрабху, возносил Сарвабхаума Бхаттачарья, вады с Махапрабху. И вот когда вся моя вода ушла из Сарвабхаума Бхаттачарья, то он понял, что Махапрабху — Верховный Господь. Но этого... А до этого, смотрите, он спорил с Гопинатха Ачари о том, что Махапрабху не Верховный Господь. И сейчас, по милости Махапрабху, все осквернение ушло из его сердца, и Гопинатха Ачарья, он вынужден был сказать перед Сарвабхаума Бхаттачарья: смотри, сегодня ты не был, и вот он сказал, что ты до сегодняшнего дня не мог признать, что он Верховный Господь, посмотри на него, ты видишь. И он сам Верховный Господь, а если ты не видишь этого, то ты слеп. Тот, кто получил милость Ишвары Господа через Гуру и Вайшнавов, то есть милость Господа, она не приходит прямо, а только через Гуру и Вайшнавов. И вот тот, кто обрел милость Господа, тот может осознать его татву. И вот Гопинатха Ачарья, он был великим преданным Шри Чайтанья Махапрабху, но ему было очень неудобно, что он не мог переубедить Сарвабхаума Бхаттачарья. Гопинатха Ачарья было очень неудобно, что его родственник Майявади.
И в итоге ему надоело все, и вынужден был сказать такие слова. Когда милость Господа снизойдет на тебя, я уверен, что когда ты обретешь милость Господа, то ты поймешь Его величие, но не до этого. И это мои последние слова. И вот Махапрабху. Он понял сердце Гопинатхачари, что один из его преданных, он плачет, столько аргументов предлагает, но он не готов принять. И Махапрабху, он сказал, смотри, это преимущество садху-санги, что благодаря общению может саду будет доволен вами, благословит и поймет, вы поймете все это. И своими собственными попытками мы не можем узнать, может саду кратко, он может скрыто благословить нас. Как Данурдас. Данурдас был один преданный Рамануджачарья, он был занят своей женой постоянно. Очень восхищался красотой своей жены, и все начали жаловаться. И Рамануджачарья сказал, хорошо, и вот он взял Данурдаса с собой, пошли они к Ранганатху, в Шри Рангам, и перед Ранганатхом тут поклонился вместе с Рамануджачарья. Рамануджачарья встал и начал молиться Господу, Господь. Этот глупец, пожалуйста, покажи свою прекрасную форму ему. Иначе он так привязан к красоте своей жены, он очарован ей. И на часть секунды Ранганатх, он явил свой даршан этому преданному. И это Данурдас сошел с ума по милости Рамануджачарьи, когда он увидел великолепие Верховного Господа Ранганатха. Он был очарован им, и с тех пор он уже не интересовался красотой своей жены. И с тех пор вот он не был привязан к своей жене. И вот смотрите. Даже вор, как воры пришли ночью. В те времена двери не закрывали. И Рамануджачарья спала, много украшений было у нее, всякие ожерелья, вот воры пришли, украли, и утром. Жена Данурдаса сказала, что вчера воры были, ограбили меня с левой стороны, а с правой оставили. И Данурдас сказал, ты так привязана к своим этим украшениям, могла бы все отдать. И смотрите, тот человек, который привязан был к жене, к богатству, так, к деньгам, и так изменился. И смотрите, какое могущество садху-санги. Одна часть секунды, разделенная на 11, это лава-матра. И вот этого количества времени более чем достаточно, если мы будем совершать подлинную садху-сангу, но мы из-за ложного эго совершаем садху-сангу, и поэтому не получаем результаты. И вот смотрите, Сарвабхаума Бхаттачарья был побежден, не только побежден, но так он стал великим преданным. И с тех пор, вот он, вот эти, его 100 шлок, которые он вознес во славу Махапрабху, я опубликовал их в книге, и Махапрабху благословил то, что те, кто будут повторять эти 100 шлок, они развьют преданность Махапрабху. К Махапрабху, Махапрабху благословил тех, кто будет читать эти ставы, эти шлоки, он, несомненно, обретет бхакти. И вот сейчас мы пришли к тому, что Махапрабху, он благодаря своему смирению говорит, это твоя беспричинная милость, то, что вы заботитесь о моей саньяс-врате, я без
без... Я такой молодой саньяси, это ваша милость, что вы пытаетесь защитить мою саньясу и мою сарабхаму Бхаттачарью. Впоследствии понял, что он Верховный Господь. И Махапрабху все равно являл такое смирение, иногда он являл лилу Верховного Господа, лилу преданного настроения Радхарани или Манджари. И вот сейчас все думают, где же Господь, по желанию Сачима. Махапрабху, он принял прибежище в Нилачале и являл различные великолепные лилы. И вот Махапрабху думал, где же находиться ему. И все советовали, и Гопинат. Кашимишра, он гуру Пратапарудры. Это Раджа Пратапарудры, гуру Кашимишра, он из великой брахманской семьи происходил. И вот все думали, где же организовать, где же поселить Махапрабху. И все начали говорить, Кашимишра Бхаван лучшее место, поскольку оно не слишком близко к Джаганнатху и не слишком далеко. Там слишком близко к Джаганнатху, постоянно люди будут беспокоить, а вот слишком далеко неудобно ходить. И вот они сказали, что Кашимишра Бхаван идеальное место, не слишком близко и не слишком далеко. И в итоге все сказали правильно, и Кашимишра пришел и выразил свое почтение, поклонился Махапрабху, и Махапрабху сказал, что я хочу попросить вас чего-то, что чего же мне нужно где-то жить, если вы дадите мне какую-то комнату. А тот обрадовался, сказал, да, это весь дом твой. Почему вы спрашиваете? Заходите, живите. И с тех пор Махапрабху начал жить вот внутри Гамбхиры. Сначала со Сварупгосвами, потом пришел, завтра буду говорить об этом. И все правление Бхавы, его учение тоже буду говорить об этом завтра, иначе запутаемся. Так, и вот Махапрабху принял прибежище в Гамбхире. Принял прибежище, не значит, что Гамбхира, она не вечна. Вечно Гамбхира пребывает там. Кави Карнапура, сын Шивананда Сена, он написал то, что Гамбхира Мандир – это трансцендентное место. Трансцендентная дама. Она подобна лотосному цветку лотоса, который раскрывается и складывается. И дама, она тоже подобна этому. Я уже объяснял много раз эту тату. И вот сейчас Махапрабху принял прибежище там и поселился там. И сын Шивананда Сен, точнее Шивананда Сен, Кави Карнапу, они описывают, что за странности тысячи, десятки тысяч людей приходят в Гамбхиру, как они помещаются там и помещаются. Это странно, Гамбхира такое маленькое место. Тысячи преданных приходят, даже полубоги, муни, риши, они все приходят в форме людей, чтобы получить даршан лотосных стоп Махапрабху. Кави Карнапу говорил, как это возможно. И Гамбхира очень маленькое место, они никого не там... И там не тесно в то же самое время. И Махапрабху Радхарани с Радакунды, они поехали в Кусума Сарова, там собрали цветов, вернулись на Радакунду, еще
на Сурья Кунду, пошли, потом вернулись на Радха Кунду. Если посчитать, это не поместится никак в один день. Слишком далеко все находится, но тем более там ни машин не было, ни самолетов. Как они успевали везде, но материалисты забывают, что время, место и пространство, и все обстоятельства, это относительно все. Это Эйнштейн вывел теорию относительности. Но в случае духовного мира это неприменимо, например. Время, место и пространство. Что такое время? Кто-то спросил Эйнштейна, что такое время. Эйнштейн сказал, время — ничто иное, как движение. И действительно, время — ничто иное, как движение, осознанно или неосознанно, все движется. Все космическое творение, все движется. И время — ничто иное, как движение, да, это правильно. И вот вопрос в том, кто и что двигается. Что же двигается? Вопрос, как долго это будет двигаться? Какой объект? Какой объект двигается? Как долго двигается и время? Это, в общем, это время, место и пространство, это теория относительности. Вокруг всего этого происходит. Но в относительно трансцендентной дхаммы это все неприменимо. Здесь время, место и пространство, но служит Верховному Господу и Его преданным. Все это делается с помощью йога майи, а преданные заняты своим служением, собирают цветы, например, потом за 1000 километров оказываются моментально. То есть они перемещаются на большие расстояния, но не думают об этом и не смотрят на часы. Даже если вы достигнете когда-то такого уровня, я могу бросить вызов вам, то сейчас повторяйте харинам. 16 кругов не успеваете повторять. Но если вы достигнете этого уровня, слушая харикатху, вы обнаружите, что ваша мала, она двигается подобно чакре без... И вы так будете свободно. Свободно и легко повторить харинам, как Шрила Бхактивинода Тхакур. Если у вас нет оскорблений, то вы увидите, за короткое время вы можете закончить повторять Лак Харинама. Много я преданных видел в своей жизни на Варшане. Я видел одного преданного, он совершал, когда Чараси Круш Парикрама. И вот я знаю, там один преданный Бхакти Вайбхава в Пури Госвами Махараджа, он домохозяин, но оставил все и пришел жить в саду. И вот он повторял харинам с 12 ночи. Где-то в 8 утра ложился спать, и потом просыпался, и мылся, и начинал всю ночь повторял Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари, Хари. Джай Си Радхе. И вот он таким образом повторил харинам всю ночь и так обрел милость и оставил тело. И если у вас есть любовь к нам и Прабху, и Гуру и Вайшнавам, успех обязан прийти. Если нет любви к Гуру и Вайшнавам, то тогда не сможете достичь успеха. Это йога мое влияние. Почему вы думаете так много об этом? Это обязанность йога майя, сколько времени займет то или иное дело, дойти куда-то, собрать цветы или еще что-либо сделать. Единственное, мы должны быть заняты служением, а все остальное йога майя организует.
И как это возможно, что в Нанда-бхаване Кришна спит до 9 утра, и после этого Яшода тоже спят, и Кришна приходит, уходит совершать Расалилу, и никто не замечает. А если подумать, где Нандаграм и где Расастхали, это огромное расстояние, но как Кришна везде успевает. И здесь нельзя применять идеи о месте, пространстве и материи. Дама, она подобна цветку лотоса, который раскрывается и сворачивается. И вот дама, согласно желанию преданных, она изменяется. И преданные оказываются там, где надо, в нужное время, в нужном месте. И вот Нилачал Лила сейчас, я буду обсуждать всю неделю, завтра Сауб Гасай встретится с Махапрабху и явится великолепная Лила. Будем говорить о Гауде Сиданте, Манджари Бхаве и все остальное, и всему остальному. Байрагья Видья Нижа Бхакти Йога Шикшартам Экам Пурушо Пурано Шри Кришна Чайтанна Шарира Дари Кипам Будир Ястамахам Прападе Банча Калпатурвасе Кипасиндхи Вача Патитанан Папанам Бхавишна Бхё Намо Намо.